А дальше пятница, а дальше все по новой. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Хотела бы передать привет Алексею. Надеюсь, он скоро ответит на мои сообщения, и мы, наконец, встретимся. Люблю, Слава. Такое послание Надежды. Ну и, конечно, Евгения Григорьева. Как мы сегодня можем не поставить? Не поздравить с днем рождения, с юбилеем. Желать Евгению всего самого доброго.